По 10 тысяч рублей получит пострадавший от пожара в 66-й школе. Напомним, 9 ноября в учебном учреждении на улице Куликова загорелась раздевалка. Пламя полностью уничтожило верхнюю одежду 173 старшеклассников. Помещение на площади 20 квадратных метров сильно обгорело. Сразу после ЧП руководство школы пообещало возместить семьям ущерб, но итоговая сумма для образовательного учреждения оказалась неподъемной. Средства в размере 1 700 000 будут выделены из городского бюджета. Для получения компенсации родителям достаточно предоставить копии документов, удостоверяющих личность, свидетельство о рождении ребенка и написать заявление об оказании мат-помощи. Управление соцзащиты планирует завершить выплаты до конца декабря. Прежний режим работы в школе восстановят с понедельника. Сейчас завершается ремонт. Для восстановления помещений и замены электропроводки из казны выделено почти 3 миллиона рублей. Потребовало очень серьезных ремонтных работ. Пришлось все счищать, делать косметический ремонт, полностью восстанавливать электроснабжение, локальную сеть, пожарную сигнализацию, пол менять линолеум. То есть, ну, в общем-то, действительно расходы были достаточно большие. Предположительно, огонь в школьной раздевалке вспыхнул из-за самовоспламеняющегося прибора, телефона или электронной сигареты.